За ходом голосования на предстоящих выборах депутатов Мажилиса парламента и маслихатов в Актюбинской области будут следить в том числе и члены регионального штаба непартийного наблюдения. 10 января они планируют посетить все 502 избирательных участка области. Сегодня представители общественных объединений, политических партий, а также профсоюзных организаций региона приняли участие в круглом столе. Собравшимся разъяснили основные положения закона о выборах в Республике Казахстан. По словам организаторов, на местах, согласно дополнениям и изменениям, внесенным в декабре прошлого года, рекомендуется строго соблюдать ряд правил. Каждая партия или НПО вправе разместить на выборном участке по одному наблюдателю. В настоящее время их насчитывается около 2000 человек. Мы уже провели несколько семинаров. Юрист нам разъяснял основные правила. Работа будет осуществлена не только в городе, но и в районах.